Несмотря на то, что весна в этом году началась совсем не по привычному сценарию, погода не баловала армавирцев солнечными днями, однако сильных морозов уже не предвидится, и пришла пора подводить итоги уходящего отопительного сезона. Зима 2018-2019 прошла без серьезных аварий в коммунальной сфере, а те, которые были, оперативно устранялись. Зарегистрировано 271 подрыв на сети холодного водоснабжения, 25 теплоснабжения и горячего водоснабжения. Все аварийные участки были ликвидированы в кратчайшие сроки. Были зарегистрированы сбои в системах отопления в рамках отдельных квартир. Подача теплоносителя единой теплоснабжающей организации осуществлялась согласно температурному графику. По замечаниям жилищной инспекции Краснодарского края, количество МКД, собственниками помещения которых способ управления МКД не выбран, либо не реализован, было 4. В настоящее время в соответствии с постановлением правительства 21 декабря 4 домам назначено, проект постановления подготовлен, назначена управляющая компания «Инновация» для управления многоквартирными домами Советской армии 4, мясокомбинат 5, улица Ефремова 61, Ефремова 63. Каждую весну примерно в одно и то же время армавирцы задаются вопросом, когда в многоквартирные дома перестанут подавать тепло. Для завершения отопительного периода, так же как для его начала, существуют определенные на законодательном уровне критерии. График напрямую зависит от погодных условий. При достижении среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 8 в течение 5 суток в первой половине апреля месяца планируется окончание отопительного периода 2018-2019 года. В рамках подготовки города к предстоящей зиме энергетики традиционно выполняют ревизию оборудования на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, плановые профилактические работы, обслуживание и ремонт оборудования теплосетевого комплекса, готовят к работе в отопительный период котельные, системы отопления и водоснабжения, проводят необходимые подготовительные мероприятия в многоквартирных домах и на объектах социальной сферы. Все эти работы должны быть завершены к 1 сентября. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».